В законодательном собрании Комитет по социальной политике выяснял сегодня отношения с налоговой инспекцией. Фискальные органы осуществили проверку Республиканского общества инвалидов и представили по этому поводу депутатам справку. Анализ проверки показал, что заработная плата работников инвалидов гораздо ниже остальных работников предприятий. Во многих случаях инвалиды числятся лишь для льготного налогообложения. Более конкретнее по этому вопросу выступила Нелли Андреевна Прохорова, председатель данного комитета. Мы даем налоговые льготы, вроде делали доброе дело для того, чтобы использовать труд инвалидов, для того, чтобы открывать рабочие места. А в итоге получается, что никто сегодня не может сказать, сколько у нас инвалидов трудоустроено, сколько открыто рабочих мест. В итоге неизвестно, кто под какой крышей работает. Где эти деньги? Сколько есть этих денег? Сколько этих предприятий? Вот ведь в этом серьезный вопрос. И я, к сожалению, еще раз сегодня, вот Лидия Васильевна здесь, я очень хочу использовать эту возможность и сказать, Лидия Васильевна, нравится, не нравится, но сегодня в республике по-серьезному никто не относится к той проблеме, которая есть с инвалидами.